Вот так получилось, что от Альфа до Омеги мы на протяжении 5 месяцев вам рассказываем, что такое ремонт. И Омега, то есть завершение, это потолки. Потому что потолок должен украшать ваш дом. Потому что сделать потолок сначала, а потом его угваздать, к примеру, арматуриной, это любимое дело. Поэтому потолок в последний момент. Но в последний момент, естественно, у вас денег нет. Это нормальное состояние души. Поэтому вы будете искать, бегать и думать о том, где бы найти потолки подешевле. Мы предлагаем вам такой вариант. Приехать сюда, в торговый центр «Дом», павильон номер 13. И здесь вам подберут, пожалуй, самые дешевые потолки в городе. При этом это не будет дешевка. Это будет очень хороший продуманный вариант. К примеру, потолка в трех уровнях. В смысле, в трех цветовых уровнях. Или что-то фантастичное. Ну, допустим, вы на потолке захотели увидеть вот такое же голубое небо. Это есть фотопечать. Тоже можно сделать. При этом цена вопроса вас исключительно порадует, так же, как и сроки. Натяжные потолки как признак дорогого удовольствия, стиля и евроремонта. Да, это идеальный и самый быстрый способ скрыть все изъяны. Но при этом натяжные потолки – это и самая дорогая часть ремонта. Особенно если речь идет о сложных многоуровневых конструкциях. Но в чем же суть? И стоит ли это запрашиваемых денег? Да, в принципе, в России есть те, кто денег не считает и считать не будет. Но это до поры до времени. Тот же, кто копейки зарабатывает, а не получает, понимает, что за пленку стоимостью $20-30 платить свыше 1000, ну это как-то неразумно. Так вот, платится сумма в основном за понт и за грамотную разводку. Поэтому, если вы хотите что-то очень дорогое, то надо грузить фирму потолками в 5 уровней. И пусть они хоть при монтаже пластика и ввинчивании десятков килограммов саморезов попарятся. И тогда понт денег-то будет стоить. Фирма Евростиль пошла по другому пути. Здесь весь процесс максимально дешев. Здесь комбинируют цветами, здесь предлагают как материалы из зоны евро, так и из зоны юаней. При этом в цене вопроса доминируют именно ручки. Итак, можно ли сделать натяжные потолки, которые когда-то были признаком элитности, доступными всем? Есть способ существенно удешевить стоимость натяжного потолка, потому что нет смысла гнаться за многоуровневыми потолками, потому что наши квартиры, они не настолько высокие, и в один уровень потолок делать, он опустится всего на 3 сантиметра. То есть вы сможете поставить специальные светильники? Специальные светильники, либо любые светильники, которые стоят, в принципе, 150 рублей, все это реально поставить можно. Ну, а если мы, допустим, хотим что-то покрасивее, чтобы и глаз радовало, и фантазии было, что можно для таких вот любителей предложить? Возможно, выделить зону отдыха или рабочую зону путем комбинации цвета. Либо можно поставить точечные светильники каким-либо узором, который бы почернул эту рабочую зону. А если я хочу сделать разноцветный потолок, как мне это реализовать? В один уровень осуществляется комбинация цвета, которая и выделит вам нужную зону. То есть, в принципе, можно даже уголочек мой любимый сделать, да, вот так вот немножко, но наискось. Можно треугольником, можно по центру полосы пустить, можно по краям и туда же вставить точечные светильники. Ну, а если мы владельцы, допустим, все-таки сталинских квартир с потолками 3 метра и больше, если мы владельцы индивидуального коттеджа, есть ли возможности, допустим, комбинировать светильники, ставить большие лампы? Потому что, ну, понятно, небольшие светильники, тонкие, это, ну, специфика определенная. Мы зависим от размера. А если мы можем разудить плечо, разгуляясь тело? Да, если у нас высота позволяет, сталинские дома, то там обычные точечные светильники с лампочкой Ильича. Они очень дешевые. А если мы хотим сэкономить рабочее пространство, потолки чтобы были у нас выше, чтобы не пришлось их опускать, это мы вставляем галогеновые лампочки, которые чисто дают декоративное освещение. Теперь самое интересное. Всех интересует цена. Потому что, допустим, бабушка та же сейчас имеет пенсию и 10 тысяч рублей. Бабушка на пенсии может себе позволить натяжной потолок? Да, у нас есть бюджетный вариант. Это белый матовый цвет производства «Россия», который площадь 12 метров квадратных, стоимость выйдет всего 3 500 рублей. Это вот даже с дырочками? Люстра вам обойдется плюс 230 рублей.
Ну, я от себя добавлю то, что бюджетные потолки, хотя у меня не бюджетные потолки, мы там что-то пытались придумать, но порадовало то, что день и на следующий день все готово. Да, 1-2 дня, вот такие у нас сроки. Теперь, что понравилось мне лично и на собственном опыте. Да, энергия, с которой парни работают. Мы специально на этом объекте решили поиграть красками и объединить фантастические ранее решения. Причем, внимание, все сделано в одном уровне, то есть максимально дешево. Хотя смотрится это совершенно по-другому. Самые дешевые и признанные ранее писком моды светильники, точечные. Да никто вас не заставляет ведь лепить туда дорогущие светодиоды. Есть места, где энергосберегайки 80-го стандартного диаметра и по 150 рублей. Кстати, замечено, что в потолок отдельные элементы впуривают и несколько тысяч долларов, так как люстры – это далеко не дешево. И в отличие от ремонта классического, ремонт евро заканчивается как раз потолками. И опять же замечено, что в конце ремонта как-то денег остается совсем мало, или не остается совсем. И вот тогда вы начинаете рыскать по фирмам, в поисках, где дешевле. И вот тогда вы начинаете понимать, что это за бизнес. А мы вам предлагаем не искать альтернативу дешевым и быстрым потолкам от фирмы Евростиль. Потому что здесь вы не платите бешеную сумму за материал. Здесь вы платите за качество и скорость. Скорость завершения вашего надоевшего ремонта. И платите меньше, чем где-либо. Вот тот телефон, который вы сейчас видели, несколько раз он появлялся, не более чем это позволяет закон о рекламе, 468-300. И в принципе, можно, конечно, приехать сюда, в торговый центр «Дом», где он располагается, понятно, конец города, улица Карла Маркса. Если нету желания, то вам, естественно, проще позвонить. И тогда через 15 минут человек к вам приедет, вы с образцами посмотрите, расценитесь, поймете, что здесь дешевле, чем где-либо. Подумайте, какие светильники поставить. В общем-то, это, наверное, правильно, что офис фирмы Евростиль приезжает к вам в дом. Потому что, ну, только дома вы поймете, что вам от жизни надо. И сделайте именно свой неповторимый дизайн. При этом не заплатите больших денег.